Аллилуйя! Слава Господу! Сегодня мы будем говорить о гордости, надменности. Мы будем говорить о первом грехе. Я сегодня задал вопрос в Доме Веры и спросил, какой же был первый грех. И многие из них сказали, это было съедено яблоко, а дерево познания добра и зла. И многие написали про Адама, хотя Ева была первая, кто и кушала, но все почему-то вспоминают Адама. Вот так всегда, Ева что-нибудь приготовит не то Адаму, а Адам виноват. Но а, мы говорим сейчас о первом грехе, который а, родился во Вселенной. Это грех, а, который был произведен сатаной, Люцифером. Гордость. Гордость – это тема сегодняшнего осуждения, поэтому займите места поудобнее, возьмите вашу кружечку кофе, надеюсь, у вас у каждого есть свое кофе, или чай, или шоколад, я не знаю, кто что пьет. Присоединяйтесь к нашей общине Дом Веры, мы здесь рассуждаем каждый день о славе Божьей, о силе Божьей, о Боге, о Духе Божьем, и мы каждый день говорим о чудесах Божьих, драгоценные мои. И вот сегодня мы будем говорить о победе над гордостью. Как победить гордость? Или давайте поговорим вообще, что такое гордость вначале, а потом уже будем изучать все остальное. Гордость имеет разрушительную силу. Разрушительная сила гордости очевидна. Гордость разрушает людей. Она рушит людей изнутри. Помните, когда Иисус сказал, что все исходит изнутри человека, то, что скверняет его. И гордость в том числе, она исходит изнутри человека. Это не позиция, это не состояние. Гордость ⁇ это а, внутреннее осквернение, которое тянет людей в погибель. Я хочу... А, ну, просто рассуждая, хочу, чтобы мы посмотрели, что на гордость как на первый грех, вообще первый грех в природе, первый грех во Вселенной, первый грех, который появился, первый грех, который был рожден. Он самый древний, и вспомните Люцифера. Который возгордился, возвеличив себя до Бога Он думал, я крутой, я поднимусь до престола И сяду там в сомне богов и все остальное И Господь изгнал его из своего царствия Ангел света стал ангелом тьмы То есть он стал все противоположным Он стал противником всемогущего Творца И сегодня падший ангел продолжает сеять грех э, гордости семена греха гордости давайте так скажем в душе людей по всему миру он он улавливает их свои сети тебя недооценивают тебя не понимают тебя не ценят тебя не дорожат тебя не воспринимают о ты лучше чем эта ситуация ты ты э, т, тебя ты тебя здесь ни во что ставят да э, на тебя никто не обращает внимания. да и знаете вот эти семена мы будем говорить об открытой гордости и прикрытой гордости, но а, дьявол продолжает сеять эти семена и до сегодняшнего дня. А, это одно из самых, наверное, больших а, вещей люд, людям, уже открытым го, текстом а, по всему миру. Через средства массовой информации сеется концепция гордости. А, гордость, надменность. А, а, он был ангелом света, стал ангелом тьмы. И теперь он сеет не только неверующим семена гордости, он сеет и верующим в том числе. Когда мы смотрим на свою жизнь, каждый человек, который смотрит на свою жизнь, он подвергается засеву этих семян. Хотите или нет, вы, я, все мы подвергаемся засеву этих семян. Мы все, мы все как бы объект, куда попадают семена. Конечно, не очевидно, но тонкими э, какими-то миллиграммами они попадают к нам, и э, мы теряем, теряем э, все, мы теряем э, мир, и... Ой! Давайте так. Начнем с того, что все люди знают о гордости. Э, все люди размышляют, и все понимают, что такое гордость. Религиозные, нерелигиозные э, все, все знают, что, что такое гордость. И все сдают определение. И все почему-то считают, что гордость где-то обитает снаружи тебя. Она где-то там снаружи, она где-то там обитает. И мы ее легко читаем в других людях. И мы легко ее определяем. Ну давайте теперь посмотрим, легко ли определить в другом человеке гордость, а в себе не увидеть. Итак, гордость. Словарь э, Ожогова или Ожигова, как угодно говорите. Гордость – это завышенное чувство собственного достоинства, самоуважение, высокомерие, э, чрезмерное высокое мнение о себе. Вот так Ожигов пишет. Я сейчас даже вот могу прочитать. Гордость — это завышенное чувство собственного достоинства, самоуважения, высокомерия, чрезмерное высокое мнение себе, сознание своего превосходства над другими. Я превосхожу других, я лучше других. Синонимы к слову гордость — это, ну давайте так, горделивость, гордыня, высокомерие, заносчивость, надменность, самолюбие, превозношение — самопревозношение. Когда мы смотрим на вообще это слово, греческое слово, так называется, гюперфания, гюперфания, вот так, наверное, гюперфания, там у них ударение на последний слог, гюперфания, высокомерие, гордость, состоит из двух слов хюпер или гипер или хюпер над выше по положению быть над чем-то и второе слово в этом хюперфонии показывать то есть вас смотрите первое слово означает слово гордость в греческом состоит из двух частей Гиперфония. Показать, подняться выше, над. И вторая часть ⁇ это показывать себя, выглядеть. Давайте так скажем. Вторая половина ⁇ она как бы ⁇ казаться кем-то ⁇ Другими словами, тебе в твоих глазах ты хочешь выглядеть, казаться. Ты хочешь занять другую позицию ну как-то рисовки наверное так в современном рисовки когда ты хочешь выглядеть над тем как ты выглядишь тем чем ты являешься быть кем-то не неестественным вообще иисус говорит о том что гордость исходит изнутри давайте откроем притчи 16 глава 18 стих притчи старый завет рядом с салмами Я думаю, что это место Писания нужно подчеркнуть всем в своей Библии тройным жирным шрифтом. Пожалуйста, подчеркните, тройной жирный шрифт. А, давайте открыли притчи 16-18. Давайте прочитаем. Погибели, там так сказано, погибели. У вас получается открыть притчи 16-18. Погибели предшествуют гордость, а падению надменность. Потрясающее место. Погибели предшествует гордость. Погибели предшествует гордость, а падению предшествует надменность. Я думаю, что это фундаментальное, от чего мы можем оттолк, оттолкнуться сегодня. Любой, любому падению предшествует надменность, когда ты. Начинаешь ставить себя и верить, что это твоя позиция, это твое место Верить, что у тебя все классно Верить, что ты особенный, призванный Когда ты начинаешь позиционировать себя Когда ты... Это, это ты, еще, ты еще не... Погиб... Гордость это уже погибель, а надменность это как бы дочь гордости Или гордость в детстве Она в таком значении надменность я, я лучше, я, меня не понимают, меня не ценят. Вот это все состояние, это есть гордость в детском состоянии. Давайте посмотрим, сделаем такое. Существует два, сделаем заявление, две формы гордости. Она явная и скрытая. Будучи пастором уже на протяжении многих-многих лет, я хочу сказать, что явную гордость распознать очень легко. А, потому что она всегда на виду и кричит: Я больше, я лучше, я умнее, я мудрее, сильнее, я превосходнее, Я, 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 Я. А, давайте так скажем: это не что иное, как раздутая самовлюбленность, самолюбие такое раздутое состояние. А, ну как бы самолюбование, самокрасоты Когда, когда э, ты про себя говоришь, говоришь, говоришь А потом такой Ну что я все про себя да про себя Все говорю про себя Уж лучше вы что-нибудь про меня расскажите Ай-яй-яй-яй-яй, какая ересь Это открытая форма гордости Но существует другая которая не распознается. Ее фактически невозможно распознать и увидеть. Скрытая форма гордости. Знаете, когда мы говорим о скрытой форме гордости, это такая дрянь, которая так глубоко прячется незаметно. Она так а, сидит, и ее трудно так распознать. Еще раз я подчеркну, что служа много лет, я вдруг увидел, что вот эта гордость настолько, она как клещ впита, ее, скажем, первый вид открытой гордости, ее даже видеть не надо, его за километр она светится, она блистает, она хочет, люди, которые, а, они хотят чем-то превосходить, они хотят показать себя. Вы знаете, когда появились фотоаппараты, и люди начали селфи делать, сам, самофотографирование. Они вот так, телефоны вот такие. О, о вот так, раз специально, чтобы похудеть, вот так, чтобы похудеть, нужно вот так сверху делать, вот, и они, вот, особенно, когда сверху смотришь, думаешь, ах, ты жирная корова, что ж ты сверху вот так сделала, вот, тогда будет ясно, кто ты, но они так стараются, и они любуются своим телефоном, они так, а -а -а -а, они так, а -а -а, фотографии, нет, нет, я хочу только, чтобы правильные фотографии были». В смысле правильно? Это ты я тебя сфотографировал? Нет, я хочу выглядеть по-другому, я хочу выглядеть лучше, я хочу быть, я хочу выглядеть совершенно иначе. Ну как ты иначе? Ты хочешь выглядеть над, За... не забыли, да, гордость, над выглядеть. Из двух слов, выше выглядеть или больше, над выглядеть. И вот это греческое слово, ты хочешь казаться, и рисоваться? Оу. Но скрытая гордость, она сложнее. Скрытая гордость говорит, я хуже всех. Я самый худший. Меня меньше любят. Всех любят, а меня всегда меньше любят. Мне всегда не везет. Я не такой значимый. Да я ничего, я никто, я, я незначимый. Мне меньше помогают, чем другим. Меня меньше ценят. Я меньше, у меня мало друзей, у меня меньше друзей, чем у других. Вот у других много друзей, а, а у меня мало. Я, я бесполезный. Я, я, знаете, вот другие такие полезные, я такой бесполезный. Вы знаете, вот этот, вот этот формат такого самобичевания, самооплакивания, самосожаления. А, у меня меньше даров, у меня меньше даров, чем у других. Вот у других, вот у Максима много даров, а у меня что, я, я... Но я все равно Господа люблю. Но я... И вот знаете, скрытая форма гордости, она маскируется под скромность, смиренность. Хотя таковой не является, но она очень. Она как хамелеон. Она, а, она показывает всем, что типа Бог создал меня плохо. А, или а, Бог, а, ну, не додал мне что-то. Вот другим он додал, а мне не додал. И я... это тоже гордость, люди. Вот это а, этот вид гордости, он как бы вздутая надменность, самолюбие такое. Я, я вот все, да. Я себя, конечно, не люблю, да. Я вот, вот, если бы у меня было это, если бы я был бы другим человеком. Давайте так. Что открытая форма, что закрытая, замаскированная, это эгоцентричность, где в той и другой форме сияющая я или темная я, это в центре я в центре, вот это вот это я в центре я я великий, я ничтожный. Я сильный, я слабый. У меня, у меня. А, все, никто. А, вот вот, вот это формат, где буква Я, кстати, в русском алфавите она последняя. А, ты последняя буква. Но когда Я становится центром земного шара, и все крутится вокруг твоего тебя. Итак, Я в центре. А, гордость... Она имеет презрение ко всем другим. Она относится с, с презрением ко всем другим с уничижением. Ах, да это, да это ерунда. Когда у кого-то что-то получается, да что это такое, фу, ерунда. Да, когда, знаете, кто-то из детей чего-то добивался, и, и другой говорит, да это ерунда. Я говорю, как ерунда, как ты можешь так говорить? Да ерунда, да что это все фигня. И а, это не что иное, как а, гордость. Аллилуйя, слава Иисусу Христу! Я могу идти дальше, знаете, потому что гордость это, наверное, один из самых распространенных грехов. Гордостью страдают и богатые, и бедные. Страдают сильные, и слабые. Гордостью страдают больные, и здоровые. Один гордится своими болезнями, другой гордится своими болячками, ой, здоровьем. Каждый гордится, ну, знаете, как своей ересью, у каждого своя... Люди находят причину вот это, вот это, знаете, интересное состояние Когда люди гордятся а, хоть чем а, Вот, мне плохо А кто говорит, да что же у тебя А у меня-то еще хуже Тебе-то плохо, а мне-то хуже вот. И каждый пытается Или кто-то говорит, у меня такая машина Да это уже старье, у меня вот такая машина Как трудно радоваться за людей Искренне радоваться Гордости трудно за кого-то радоваться И что это такое? Когда а, я кому-то из пацанов своих говорю, ну посмотри туда, когда они маленькие были, ну и что тут такого? Ну как что такого? Это же классно, фу, ерунда. А когда у тебя что-то случается, о, смотрите, смотрите, я сделал. И когда тебя не ценят, ну что вы такие бездушные? Ну друг, а, если ты не можешь с кем-то радоваться, быть в восторге от чьих-то побед и ты только в восторге от своих побед, ты гордец. Ты самый настоящий гордец. Других гордецов свет не видывал. Таких гордецов. Дорогой человек, начнем с отношения. Притча 8.13. Откройте, пожалуйста, притча 8.13. Я надеюсь, вам все это слышно. Бог, отношение у Бога гордость очень четкая. Бог четко Четко-четко а, показывает, а... А Лариса из Бершевы пишет, что гордым людям тяжело прощения просить. <свят> Какой тяж... Вообще невозможно. Им так трудно признать себя виноватым. Они что угодно сделают, но только не признать себя. Потому что гордость она вид над вот это два слова. Вид над. Это она любит казаться, что угодно. Она хочет, чтобы ее ошибки не замечали, а другие ошибки она выявляет. Абсолютно верно. Я с вами согласен. А, итак, а, Валентина из Москвы пишет в том, что дело, что мы все замечаем этот грех в других, только не у себя. О, да. Этот грех замаскировался. Пой поймите, что гордость это грех, который маскируется под под скромность, кротость. Вы знаете, грехи любят маскироваться. Когда мы говорим о блуде, блуд, похоть, знаете, под что она маскируется? Под любовь. О, я люблю. Ты что любишь? Ты на что смотришь? Ты смотришь на ее задницу и на груди, и ты говоришь, О, я тебя люблю. Это похоть тебе говорит, это не есть любовь. Но, но грехи они любят маскироваться и выдавать сейчас влюбленность. Сейчас послушайте, влюбленность это не есть любовь. Влюбленность, эйфория, это не есть любовь. О, я люблю тебя. Брехня все это, ты влюблен. Да, да ты в любую юбку будешь влюблен, только пускай она тебя так посмотрит. Э -э -э", и ты все уже, ты будешь влюблен. Я просто возраст такой, влюбляться во всех. Послушайте, драгоценный, не путайте похоть и желание с э, любовью. Не путайте скромность с гордостью. Итак, притчи 8.13. Откройте, пожалуйста. Здесь потрясающее место. А, Страх Господень ненавидит зло. И дальше: Гордость и высокомерие, и злой путь и коварные уста я ненавижу. Вау! Мудрость говорит, какие слова. А, Гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. Потрясающе. Это является мерзостью перед Господом. Это является мерзостью перед Господом. А, давайте откроем а, еще притчи шестую главу. Откройте, пожалуйста, притчи шестая глава, и я почитаю. А, сейчас скажу, какое-то, по-моему, по-моему где-то с 16 стиха. Сейчас посмотрим. Притчи шестая глава, а, и здесь написаны такие слова: "Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь." Господь ненавидит. И что мерзость души его. Первое. Что ненавидит Господь? Вот шесть, даже семь, что мерзость души его. Первое. Следующее, открывайте. Глаза гордые. Первое, что ненавидит Господь. Глаза гордые. Второе. Лживый язык и руки, проливающие кровь невинную. Дальше. Сердце. Следующий стих. Кующие злые замыслы. Сердце, которое задумывает, Бог ненавидит. Ты думаешь зло, чтобы у него все там пропало, чтобы у него там ничего не получилось. Эх, я бы ему врубил бы, дал бы ему по башке Я ему, я терпеть его не могу. Сердце, кующие злые замыслы. И ноги, быстро бегущие к злодейству. Следующее. Лжесвидетель, наговаривающий ложь, который говорит врун. И а, сеющий раздор между братьями. Тот, кто интриган, а, который там говорит всякие гадости. О да. Что делает Господь с гордецами? Итак, семь вещей. Глаза гордые, язык лживый. Руки, проливающие кровь, невинные ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор, интригант. Семь вещей, которые Бог ненавидит. У Бога ненависть к семи вещам. Он ненавижу мерзость. У! И все начинается с гордости. Знаете, кто-то говорит, гордость — это такой грех. Ну что, ну вот он ходит там, эйфорийный, с, с знаешь, царь земного шара. И здесь один чудик, э, князь или барон, он царем. И знаете, он говорит, Максим, хочешь, я тебя посвящу в дворяне? Я говорю, нет, спасибо. Как? Я тебе дам титул дворянский. Я тебе э, сделаю дворянином. Я смотрю и думаю, зачем? Он говорит, ну как быть дворянином? Я говорю, да, он говорит, я из дворянского рода, я князь там такой-то. И знаешь, и человек живет своей какой-то, какие-то медали себе сделал, какие-то ордена, какие-то приколы. Он, он просто реально в Лос-Анджелесе ходит, и я смотрю и думаю, боже, зачем мне это надо? И он говорит, я тебя в дворяне посвящаю, я тебе грамоту выдам. И я подумал, зачем мне это все надо? Он говорит, ну как, чтобы знали? Я говорю, ну как знали, чтобы что знали? А, вы знаете, он меня некоторое время преследовал, я отказался заниматься этими вещами. А, для меня это все какая-то чушь. А, почему? Потому что Бог не любит гордецом. А, написано в Авдии первая глава, и а сейчас не будем открывать, а, Бог показывает а, его отношения. А, из-за гордости Бог гордым противится. Иакова 4 глава, откройте, говорит брат Иисуса Христа. Иаков был братом Иисуса Христа младшим. И здесь написаны такие слова. Иаков учит. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Иакова 4,6. Драгоценные. Мы сейчас вот видим, тем больше дает благодать, посему сказано, Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Послушайте, у Бога есть сопротивление, Бог противится, противится этой сущности. Когда мы говорим о гордости, мы понимаем, что этот порог, этот грех тщательно скрывается и маскируется. Какие симптомы гордости? Давайте так. Гнев, нетерпение, раздражительность, упрямство, легко возбудимость, даже злоба, если тебя не принимают, раздражительность, которая тебя просто выводит из себя. Вот, вот эти как бы основные симптомы. Еще раз гнев, а, когда человека спонтанные при, приступы а, обиды, раз, нетерпения, раздражительность, упрямство, гордец он он всегда он считает, что все я вот он, он не может он не может сломаться, он психанет, он дверью хлопнет, он он психует на ровном месте, а, он он просто а, ему нужно постоянное. И знаете, что он никогда не будет удовлетворен Даже если ты будешь вокруг петь песни, что он велик Он тоже будет, он скажет, неискренно поешь И он будет психовать, что ты неискренно говоришь а, Чаще всего а, Причиной раздражительности, конечно же а, Является гнев, который скрывается в... Который замаскирован в гордости Ой, Гордость быстро раздражается а, гордость легко, легко возбудима, она быстро а, выводит нас из себя. Чуть-чуть а, тебе не на ту мозоль наступили, ну, мозоль в смысле, а, что-то про тебя не так сказали. А знаете, как гордеца легко ловить? Ой, слушай, про тебя такие вещи говорят. И гордецу сразу же, какие вещи про меня говорят? Ты что, не в курсе? Он, знаете, интриганы как делают. Они, <laughs> они очень ловко ловят гордецов. Про тебя такие вещи говорят, что про меня говорят. Да вот, Андрей про тебя говорил, Давича, и, 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 а что он про меня говорил? И для тебя так важно, что вот они а все ли равно? Они а все ли равно, что про тебя, кто говорит. Но гордецу не все равно. Ему хочется. Знаете, как а, гордость легко а, про тебя гов... говори... о про тебя так хорошо говорили. Да, я... Ну да, конечно. Ну, это приятно. Про тебя так классно. Гордость это такой порог. Аллилуйя! Этот порог легко, Бог видит, и мы с трудом видим. Ой. Когда ты демонстрируешь свою надменность, когда ущемлены твои, а, а, твои гордые гены, и ты демонстрируешь надменность, и ты такой, такой независимый, такой самостоятельный, такой крутой, а, а, он сразу же бам-бам-бам, а, но когда мы говорим о смиренном, это совершенно иначе. Соломон говорит в притчах: притча 12-16. Притча 12-16. 12 глава, 16 стих. У глупого тотчас высказывается гнев, его, а благоразумный а, скрывает оскорбление. Глупый моментально говорит, реагирует моментально. Благоразумный скрывает оскорбление. А, вы знаете, когда... А, мы вот на этот стих смотрим. Я, у меня такая мысль есть. Мы, мы, мне кажется, что э, гордость и надменность, они всегда связаны с глупостью. Люди, которые себя возносят, которые себя ставят, они выглядят глупо и неумно. А когда люди не способны услышать совет, поговорить, это люди, они не способны, не желают прислушиваться к обличениям из-за гордости. Гордость не позволяет им слушать советы. И когда ты хочешь дать ему, им... я хочу делать совет, не надо мне советов, но я тебе искренне хочу посоветовать, дать совет, не надо, я не хочу, все знаю, все нормально, не трогайте меня. Гордецы, они, они не хотят слушать, они, хотят, они хотят принимать, они не хотят, они не хотят, а, у меня все нормально, не лезь в мою жизнь. О. вы знаете, а... Это гордость. Давайте откроем притчи 12.15. Вот сейчас мы 16 открыть. 12 глава. Путь глупого прямой в его глаза. Я бы так сказал. В глазах глупца у него всегда прямой и крутой путь. Кто слушает совета, тот мудр. Слушает, прислушивается, наклоняет ухо тот э, прислушивается, тот, тот открыт. Но глупый, гордый, он всегда считает, у меня все нормально, не лезьте ко мне. О да, дорогие мои, э, мы сегодня с вами начи начинаем эту тему, это очень вообще серьезная тема. Э, когда мы говорим о мудрости, мудрость, она бывает рад разная. Э, она... Она божественная, она кратка. Давайте откроем Якова, 3 глава, Новый Завет. Якова, 3 глава с 14 стиха и далее. Якова, 3 глава с 14 стиха. Пожалуйста, открывайте. Это Новый Завет. Здесь написано так: что Баба, если в сердце вашем имеете горькую зависть, сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Если в сердце вашем, Якова 3, 14. Если в сердце вашем имеете горкую зависть, сварливость, не хвалитесь, не лгите на истину. Это не есть мудрость. Если в вашем сердце есть зависть и сварливость, это не есть мудрость, нисходящая свыше. Но это земная мудрость, запятая душевная, бесовская. Посмотрите, как четко. Земная, душевная, бесовская мудрость. Иакова 3.15. Это не есть мудрость, сходящая свыше я понимаю, что свыше от Бога сходит мудрость. Свыше от Бога сходит мудрость, есть мудрость. Но эта мудрость, которая сварливая, она земная, бесовская. 16 стих. Где зависть, сварливость, там неустройство и все худое. 17 стих. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия, доблых плодов, беспристрастна или нелицемерна. Под плод правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Мудрость свыше, она противоположна от мудрости от дьявола. Дьявол кормит нашу гордость. Если в твоем сердце обиды, гнев, несогласие, сопротивление, если в вашем сердце эгоизм, самовозношение, или самобичевание, или в вашем сердце а, а, ну, постоянно уныние и самооплакивание, то у вас диагноз очень простой. Вы гордец. Вы гордец, вы самый настоящий гордец. И какая бы форма гордости ни была, какая бы форма гордости ни была, вы, вы просто Живете в самообманном мире, знаете, в мире, который вы создали. Гордецы живут в самообманном мире. Они, они а, живут, а, ну, как это сказать, а, они живут под проклятием. Притча 18 глава, 12 стих. Брат один сейчас написал и сказал, что это подходит стих. Я благодарю тебя, брат, дорогой, за то, что написал. А прямо сейчас в эфире мне написал он а, местописание, и я хочу зачитать его: притчи 18-12. Очень потрясающие слова. Перед падением возносится сердце человеческое, а смирение предшествует к славе. Всегда перед падением возносится сердце человеческое. Он себя возносит, поднимает и так далее. Дорогие друзья, я благословляю вас именем Иисуса Христа. Да пребудет с вами Господь, да благословит вас Господь, да наполнит вас Господь, да даст вам мудрость во имя Иисуса Христа. Аминь. Если вы хотите увидеть продолжение, приходите а, в эфир. А, каждый день мы встречаемся. Следующий раз у нас будет во вторник. Мы все дни в это время встречаемся здесь, кроме понедельника и субботы, и мы говорим с вами. Мы продолжим тему о гордости и будем рассуждать больше. Хочу поблагодарить всех друзей и партнеров, которые поддерживают. Благодаря вам такие передачи могут быть в эфире. Спасибо всем друзьям, кто поддерживает нам, нас. Благословляю именем Иисуса Христа. Сегодня с вами был Максим Максимов. С благодарным сердцем, с любовью, со словами благословения хочу сказать спасибо вам за то, что вы поддерживаете нашу работу. Мы можем доносить Евангелие многим в разных странах, потому что есть вы. Будьте благословенны, ценю, дорожу, встретимся с вами снова в Доме Веры. Пока. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube-канал Максим СНЛ и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие.